Всем привет! Вы на канале Мастер своего дела, и сегодня мы будем готовить куриные крылышки бон-бон. Для этого нам потребуется 800 грамм куриных крылышек, 100 грамм стручковой фасоли, 150 грамм цукини, средняя морковь 1 штука, небольшая луковица 1 штука, болгарский перец половинка, зелень свежая по вкусу, 2 чайные ложки сока лимона, 2 чесночных зубца, столовая ложка меда, 2 столовые ложки майонеза, столовая ложка томатной пасты, чайная ложка горчицы, пищевая соль по вкусу, столовая ложка соевого соуса, 50 грамм растительного масла, можно оливкового или любого другого масла, специи по вкусу. Специи тоже можно использовать любые. Итак, приступаем к процессу готовки. Первым делом необходимо подготовить куриные крылышки. Для этого их нужно превратить вот такие как бы ножки. Для этого берем куриное крылышко, разрезаем его аккуратно по суставу. Вот что получаем. Вот эту часть, на которой находится мясо, то есть косточку, ее нужно сделать свободной, пустой. То есть мы берем и аккуратно срезаем мясо. Вот так аккуратно. Как бы его счищаем. Вот. Так. Вот так я счистила. Вот так получилось. Вот так я счистила мясо с косточки. И теперь выворачиваю кожицу вовнутрь. Вот что получилось. Вот так выглядит косточка с мясом. С оставшейся частью крылышка проделываем следующее. Отрезаем третью фалангу. Удаляем ее. Затем счищаем снова с косточки мясо. Потрудиться. Это я убираю. Вот она получилась, уже видна косточка. И теперь счищаю, аккуратненько счищаю мясо вместе со шкурочкой вниз. Вот так получилось. Отправляю это уже в миску с крылышками. Я подготовила крылышки заранее. Все сделала заранее. И теперь приступаем к процессу маринования крылышек. Нам нужно замариновать крылышки. В пустую миску выкладываем мед. Затем сюда же отправляем чеснок, мелко натертый. Выдавливаем сок лимона. Если у вас уже есть готовый сок лимона, можно использовать его. Приблизительно 2 чайные ложки сока. Затем вливаем сюда масло. Можно использовать оливковое или любое другое масло. Добавляем соевый соус, столовую ложку соуса. Специи. Специи тоже можно использовать любые. По вкусу специи добавляем. Если любите много специй, добавляйте побольше. Если много не любите, то поменьше. И теперь все это хорошо перемешаем. Ненадолго отставляю в сторону. Наши крылышки нужно посолить. Всыпаю соль
и хорошо перемешаю их руками. Вот так будет достаточно. Теперь в миску с подготовленным соусом перекладываю куриные крылышки. Хорошо размешиваем крылышки в соусе, чтобы они пропитались этим соусом. Вот так. Так, теперь крылышки, которые находятся в маринаде, должны будут постоять буквально полчаса, чтобы лучше насытиться этим соком. Оставляем их на столе и занимаемся приготовлением овощей. Подготовленные заранее овощи необходимо будет обжарить на растительном масле. Жарить нужно не до золотистого оттенка, а просто слегка припустить их на сковороде. Итак, в сковороду вливаем немного масла и подогреваем его, чтобы масло закипело. Масло в сковороде начало немного пузыриться, то есть оно уже закипает. И теперь я отправляю туда подготовленные заранее перец, морковь и лук. Обжаривать эти компоненты я буду лишь слегка, на медленном огне. Хорошо перемешаю все. Сковороду с морковью, луком и перцем, которые уже стали немного мягкими, я отправила кусочки цукини. И теперь все это буду вместе на медленном огне немного обжаривать. Буквально 2-3 минутки. Прошло пару минут, и теперь в сковороду я отправляю стручковую фасоль. Снова хорошо все перемешаю и добавлю сейчас немного соли. Вы можете добавить соль уже позже, когда вытащите все ингредиенты со сковороды, либо же сразу, как я, прямо в сковороду, немного по вкусу соли. Вот добавляю буквально чайную ложку соли. И опять же хорошо все перемешаю. Овощи подготовлены, они обжарены. И сейчас я переложу их в пустую миску. В чашу с обжаренными овощами я добавила зелень. Зелень можно добавлять любую. У меня зелень укропа. Сейчас я это хорошо размешаю. Вот так аккуратненько выкладываю крылышки в миску. Все время почему-то хочется назвать их ножками. Наверное, это из-за их внешнего вида. Но не забываем, что это наши крылышки. Плотненько друг к дружке поправляю их в миски и выкладываю. Нам еще с вами будет нужно приготовить последний соус, который нужно будет использовать чуть позже. Вот так я переложила все наши крылышки. Вот они уже здесь. Так, не спеша, я выкладываю овощи между косточками наших крылышек.
аккуратно. И сейчас всю эту массу нам нужно будет поместить в духовку. Духовку заранее прогреваем до 200 градусов. Запекать наши крылышки сначала мы будем 10 минут. Позже мы их польем нашим соусом, который сейчас будем делать, пока крылышки будут запекаться. Итак, на 10 минут я отправляю крылышки в прогретую духовку. В то время, пока крылышки запекаются, я перемешаю ингредиенты для последнего соуса. Томатная паста, майонез и горчица. Все хорошо перемешиваю. Очень тщательно, до однородного состояния. Прошло 10 минут. И теперь я буду переливать в миску с крылышками и овощами подготовленный соус. Делаю это следующим образом. То есть не просто выливаю, а аккуратно, постепенно переливаю. Можно использовать ложку или вот как я лопаточку. Кому как удобнее. Я перелила наш соус и теперь отправляю крылышки в духовку на 30 минут. Дорогие друзья, наши куриные крылышки бон-бон готовы. Вот так аппетитно они выглядят. Румяные, красивые, сочные крылышки. Просто объедение. Вкус у такого блюда просто изумительный. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на наш канал «Мастер своего дела». Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк. Всем пока! До новых встреч!